Очередная книжка Захарки с детского мира. Она такая тоненькая. Вот. Единственное, что меня как-то странно смущает. Страницы, короче, какие-то серые, смотрите, не яркие, как будто кто-то сам распечатал, да? Вот. Беги, Диппер, беги. На. Так, я заказывала детское питание в детском мире. Блин, с вами согласна. Они в разнобой положили. Хотя я думала, что будет все в упаковке. Такие кашки это... Ну, это не малышу. Вот этих вообще не хватало. Ну, то, что не запечатано. Думала, в упаковке будет. Значит, будет запечатано. А ты видела, они распечатаны. Он проснулся, значит, он спал. Дальше. Тоже тут. Это, наверное, что у нас? Яблочко. Водичка. Такая. Потом, значит, 12 часов. Потом, значит, такой прорезыватель, массажер для десен. Она сделана как соска с двух сторон. Он как раз любит. Он соску тоже не использует по назначению. Он как будто чешет себе десна. Вот как раз это. Ну и второе вот такое. Честно, на вот этот цветочек я смотрела еще даже когда не была беременная. Да, так и называется, цветок. Потому что он очень яркий. И резиновый видно. Как погремушка идет. Да, скажи еще беременеешь ради этого. Ну, положить его надо. Так, детский мир заказала. Давно ничего не снимала, уже так непривычно. Ватные диски. Такие мне нравятся. Такие широкие, смотрите. Ну, такие обычные тоже. Захар. Вот. Они нужны. Ребенка ножки вылезли. Блин. У меня руки просто грязные, сейчас папа придет его поправить, я попросила. Так, решила попробовать взять Ниблер. Вот такой вот. Я не пойму, Fisher Price, Baby Go, они что, объединились, что ли? Силиконовый, написано 6 месяцев, вот, сверху. Дальше. Еще поильник взяла, хотя я другой сейчас ему даю. Просто один в комнате, один там. Вот с таким вот горлышком. Кружки я уже приобретала, вы знаете. Все-таки с кружки еще рано пить. Тоже, видите, 6 месяцев.
Нам еще нет 6 месяцев, но это так. Ножки надо поправить. Вот такой вот. Очки к чашке. Короче, вот чисто из-за вот этой верхней крышечки я взяла, потому что, конечно, с кружки как бы совсем рано. А, и этот прорезыватель еще такой красивый. Дай положить. Ну как, сдвинуть? Ну да. Привет. Нету костей? Нету костей. Угу. Ну что, расскажи, какой ты тут устроил ужас. Расскажи, что произошло. Мне кажется... Жива, конечно. Да кто там на ней жила? А? Она тебя не взяла, потому что она поехала в Корчу. Всем большой привет, дорогие мои девчулечки, мальчишечки. В общем-то, я здороваюсь и стараюсь завершить этот влог, потому что совершенно нет времени. Нет времени и нет желания, нет сил. У меня то пятое, десятое, в общем, поэтому как-то, в общем, не хочу я снимать. Вот казалось бы, что вот ждешь потепления, вот пришло потепление, а вот как солнце, когда светит, оно как будто придавливает тело, ну, к земле, там, в данном случае к постели вообще, такая вялость, такая эта метеочувствительность, метеозависимость, видимо, какая-то повышенная. Так вообще ничего не хочется делать. Вот ждал потепления, а делать ничего не хочется. Ну, тут местами, вот, например, через 3 дня у нас опять будет 0 градусов. То есть оно прыгает вниз, вверх, вниз, вверх. Поэтому... Кто ждет мои видеовлоги, прошу, конечно, вас прощения, потому что не хочу снимать. Не хочу. Так что так. Всем пока. И всем желаю удачи.